Следили за друзьями и соседями. В Германии разгорается новый шпионский скандал, в центре которого оказалась федеральная разведслужба БНД. Сразу несколько газет утверждают, что немецкие разведчики, вопреки установленным нормам и договоренностям, собирали информацию о деятельности иностранных посольств и иных учреждений своих союзников в ЕС и за его пределами. В частности, речь идет о Франции и, самое главное, о США, с которыми еще не утихли разбирательства по поводу многолетней слежки ЦРУ и АНБ за первыми лицами страны, включая Ангелу Меркель. Тем не менее, в Бундестаге решили следовать букве закона и провести расследование противоправных действий своей разведки. Как предполагается, о них просто не могли не знать в ведомстве федерального канцлера, но почему-то замалчивали.